vultures. Keep a low profile like racing tires. You're not from here, I don't care where your mates reside. When I come out flossing that. Привет, YouTube. Спасибо, что смотрите новый выпуск Custom Box Everyday. Сегодня вы увидите, как проходит автомероприятие в регионах, а в частности в Саратове. В Саратове я еду в родной город Саратов. Меня туда как специального гостя позвали повести чуть-чуть мероприятие, посудить это мероприятие. Так что сейчас вы все увидите, как это происходит там, за МКАДом. Все, я на месте в славном городе Саратове, в городе моей юности, не только с батей на летних движениях. Мероприятие будет проходить в загородном клубе «Роджер», он называется. Это живописные места нашей необъятной Волги, матери реки. Do I see E and T? Ну все, мы на месте, ребзи. Движуха начинается тут полным ходом. Сейчас будет официальная часть открытия мероприятия. Заценим. Сейчас мы заценим уровень и качество тачек, которые катаются по Приволжскому федеральному округу. Смотри, Роллс, реально Роллс, Ваня. А, это не Роллс, это японская, как она называется, позорник я. Пацаны, как называется вот эта компания японская, которая делает... Мицуоку, Миоку, что-то такое. Да. Name a better team, just some Doko Uso VPs here to fulfill the dream. Throw it up if you keen, if not, don't intervene. Check out the routine, put it in work by any means. Yeah, better keep the same energy. Ребят, помните, некоторые из вас мне советовали гольф в Орликино покрасить, а я, если честно, вообще не знал, как это выглядит. Теперь я знаю, как это выглядит, вот. Bitch, I'm trying to hit a skinny hoe. Dance up on that bitch, yeah, I hit her with the shimmy hoe. Talking on that loud, yeah, smoking like a chimney. Давайте дружно поаплодируем друг другу. Я вашему вниманию сегодня хотел еще представить наш... То, что у нас еще никогда не было. К нам приехал владелец мастерской Custom Box, кастомайзер, автоблогер, создатель проектора для ютуба-блогера Жекич Дубровский и Насти Туман. Иван Кислицын. Давайте ему вместе поаплодируем. Он сегодня будет помогать мне судить ваши машины. Привет, Саратов, привет, Энгельс. Очень приятно находиться на родной земле и видеть такого масштаба мероприятия на самом деле, потому что когда я еще жил здесь, и мы вот с моим другом Николаем проводили подобное мероприятие, все было, конечно, менее глобально. Очень круто. Классная площадка, классная атмосфера. Всем желаю офигенного настроения, кайфов и победы, да, для участников. Ну что, пацаны, наш стенд, GDM стенд. Наши в городе, как говорится. Не знаю, если честно, саратовские ребята или нет, но Sky, короче, точно знаю, саратовский. Вот еще эвики такие подвалили. Кайф движуха на самом деле. Я, блин, до этого в городе жил, никогда не видел такие машины, но понятно, что я здесь уже достаточно долго отсутствовал, за это время понабежало, понаехало. Ну, уровень. Для региона это прям вообще класс.
I need some shit to keep my mind on the PowerPoints. I took the path that I could find and devoured joints. Motherfuckers been asking for this one. I never had sense, I had the passion to get some. And then I saw her, she skates. Владелец автомобиля 2102, госномер 247. Подойди, пожалуйста, к сцене на награждение. Down, 'cause in the end I just wake up salty. Start my day with a pot of black coffee. And I've never been as happy as right now, but shit, I got. Держи, вот тебе кубок. Вот тебе, чтоб было не скучно кататься. И вот такие вот маленькие сувениры, чтобы все в жизни твоей случалось. But shit, I gotta cope with the fact that it dies down. 'Cause in the end, I just wake up salty. Start my day with a pot of black coffee. Следующий победитель у нас, да, RX 8 002. Ты хотел, ты выиграл. Вот просто машина желтая, вот эта RX 8. Таких проектов в мире нет. Именно что 1UZ с суперчарджером от Range Rover, таких в мире нет проектов. Можете YouTube смотреть, можете искать. Это в нашем Саратове один такой проект во всем мире. Спасибо большое за кубок. A phantom in the night, right? And motherfuckers slacking while they ramble about the zeitgeist. Since I fly, I called it right. When I should have been making songs, I was training my six man, trying to catch that Kangaskhan. I don't know what's going on with me beyond. Ну все, ребят, вот и подошло к завершению данное мероприятие. Я очень рад, что в нем поучаствовал, потому что действительно интересно быть частью развития автокультуры в области, в городе, и я всегда рад участвовать в таких мероприятиях. Ну а мы дальше с моим другом Илюхой мчим вот на этой ракете. О, Илюха, у тебя там кто-то сел уже? Сумасшедшая машина, ребят, 2ГР, мотор. Динамика практически как у мотоцикла. Главное, тут держак. Нет держака, нет праздника. Это все, конец. В данный момент мы проезжаем знаменитый Саратовский мост, который вы можете наблюдать на множестве изображений города. Это визитная карточка города Саратова. Построен в 60-м году. Вот так к колхозу ездить, да? Сейчас будет я у мамы дрифтер. Постановка. А ты точно уверен, что пиво будет в нормальном состоянии после этого? Главное, чтобы был нормальный Прошлый выпуск я вам показывал оборудование на выставке компании Stalex. И очень надеялся на то, чтобы у нас получилось с ними завязаться, засотрудничать. И вы знаете, что я хочу сказать? Новый год, он наступает не только зимой, но и летом. Trill to the tune, fresh to death, death is bogus. You will get consumed, pop pills to the moon. False teeth, fill the gaps with the fool's gold. Build my tombstone out of moonstone, it's free cinema. Cat guts get caressed by the horse hair. My body's on earth, but my head's in the... Собрали, собрали, и в итоге что мы имеем? Мы имеем английское колесо, мы имеем шринкер с трещинок,
стрейчер-шринкер, да. То есть металл сжимается и разжимается. Молот для того, чтобы тоже расплющивать металл. Ну и листогиб. Скажем так, это просто самое необходимое, что нужно юному и не только юному кастомайзеру. В следующих сериях и попозже в других выпусках покажу, как это все работает. Сейчас вот все будем расставлять, чтобы это было красиво. Тут еще есть моменты, то, что это нужно заанкерить в пол, потому что нужна жесткая установка всего этого. Ну а я счастлив, ребят, счастлив до безумия, если честно. Я об этом очень долго мечтал, и для меня, конечно, это неподъемная ноша. Спасибо еще раз огромной компании Stalix за то, что предоставила это оборудование. А вы следите и не переключайтесь. Обязательно все покажу, как это работает. Yeah,